Все, кто собрался нынче утром на Соборной площади, стали зрителями яркого театрализованного концерта, подготовленного студентами Белгородского государственного института искусства, культуры и творческими коллективами. Несколько сотен участников, от взрослых до совсем юных, и живые картины мирной жизни, военных испытаний и радости победного мая. Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена.